С минимальным преимуществом со счета 5-4 одержал боец синего снаряжения Левин. Захват. Победу одержал Левин Дмитрий. Come on.
Смирно! Честь! Я уже не хотел, я уже
глубокий вдох и выдох. Все. Как новый. Терпи. Нормально. Прячь лопну. Ага. Все, отдыхай. Хочется удастся. Такое может быть на каждой тренировке. Да, вообще на любой тренировке. Победу в этом бою одержал Михаил Куликов.
Это русский штурмовой бой. We'll be right back.
Честь. Вперед. Слава Перу. То есть прокрутим весь спортивный раздел, ага, с конца в начало. Вот. А потом уже, когда к фехтованию ближе, там что-то из прикладухи можно будет показать. Лады? А я знаю, как это должно быть. Сейчас мы готов поборемся. Максим, вы создатель, да, этой организации? Да, я создатель федерации. Вот когда впервые пришла такая мысль и почему? Впервые такая мысль пришла в 2000 году. Вот. Дело в том, что мы очень долго работали над вопросами развития русской состязательной культуры, и в конце концов наша работа выразилась вот в создании организации. А это хобби или же профессия? Нет, это профессия.